Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о противоударных часах Timex серии Expedition, модель TW4B04100. Корпус модели сделан из латуни. Ремешок из натуральной кожи. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка сделана из стали. На ней отображена информация о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый. Цифры арабские. Механизм часов кварцевый. Точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи. У часов имеется хронограф на 30 минут. За работу хронографа отвечает большая секундная стрелка и два верхних малых циферблата. В нижнем малом циферблате отображается работа секундной стрелки текущего времени. Для управления хронографом предусмотрены две кнопки выше и ниже коронки. Верхняя запускает хронограф, останавливает, нижняя сбрасывает до нулевых значений. Также справа мы имеем окошко, отображающее дату. На стрелке нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Кроме того, часы имеют фирменную подсветку Indiglo, которая обеспечивает яркую подсветку на весь циферблат при нажатии на центральную коронку. Класс водозащиты часов 10 атмосфер. С часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Диаметр корпуса 42 мм. Для доступа к часовой и минутной стрелке нужно отвести коронку в сторону на один щелчок для доступа к часовой, на два щелчка для доступа к минутной стрелке. По окончании настроек не забудьте вернуть коронку на место. Модель комплектуется инструкцией на нескольких языках, включая русский. Здесь же вы найдете информацию о гарантии. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.